Привет, я Джошуа Араби. Я из Нигерии. Я пастор, но также я лектор и преподаватель. У меня есть жена, семья и прекрасные дети. Петь я начал еще ребенком. Я вырос в церкви, в семье христианского пастора. И пение – важная часть моей жизни. Мое основное хобби, а теперь я занимаюсь этим профессионально. Для меня особенно важно петь в честь победы российской армии, российских солдат. Это история, память. Если вы не знаете своего прошлого, у вас нет будущего. Я желаю вам прекрасного фестиваля и до встречи. Композиция, которую сейчас исполнит Джош, очень подходит ему по своей напевности и по своей энергетике. Вы сейчас в этом увидите. Музыка Никиты Богословского, слова Евгения Долматовского. Лизавета в исполнении Джошуа Араби, Нигерия. Встречаем. Араби, милый, что я Араби.